Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В преддверии сезона внесения триходермы после уборки ботвы, очистки огородов, а также компостирования, снова в научной пятнице у нас вот красавица триходерма. Сегодня я хочу рассказать вам и показать, насколько она разная приразная. Вот в этом опыте, это же научная пятница, не для всех, но вот это замечательный опыт. В этом опыте разные триходермы испытываются на способность подавлять и паразитировать рост такого грибочка, который называется аспергил желтый. Аспергил желтый такой как бы стандарт всего. Если триходерма губит аспергил желтый, то она губит что угодно. Вот здесь вот триходерма, вот здесь вот аспергил. Вот триходерма, видите, какая она разная? Вот аспергил. Вот давайте посмотрим на эту триходерму. Посмотрите, они встретились, но аспергил все-таки нарастает. Эта триходерма, хоть и красивая, но слабовато, слабовато. Что это за триходерма? Ну, это вот такая вот триходерма зеленая. Вот эта триходерма немножечко посильнее. Смотрите, она вот здесь нарастает на этот аспергил и уже хочет на нем паразитировать. Что это за триходерма? Ну, вот такая вот триходерма немножечко хочет паразитировать. Посмотрите на вот эту триходерму. Вот эта триходерма вообще сдалась. Здесь наоборот аспергил пошел нарастать на эту триходерму. Хоть она тоже симпатичная, однако слабенькая. Это дикая триходерма, выделенная из белорусских почв. Кстати, из одного из образцов, который был предоставлен нам для анализа. А вот, ну вот такая вот красавица есть. Видите, она тоже понемножечку вот здесь с краю уже нарастает. Но это вот с листа ежевики. Мы сняли эту триходерму, она там приживалась, обитала, защищала ежевику. И у нас под таким названием идет. Ну, вот такая симпатюля тоже. Смотрите, какая с желтеньким спороношением. Многие спрашивают, а что это такое желтое? Это тоже споры триходермы, все нормально. И она прям хорошо нарастает на аспергил. Но все-таки самое, ну вот тоже интересненькая такая триходерма. Наш белорусский препарат Ресойлер. Смотрите, какая она обильная. И тоже уже подавляет, нарастает на аспергил. Но, это все же не самое лучшее. Вот самое. Вот смотрите, вот аспергил уже рос вот здесь вот даже. Вот здесь, на этих треугольниках. А она его почти что съела. Это что у нас такое? Вот она и прописана, что она и пеницилл ест. Такая рабочая. И аспергил ест. И вот смотрите, какая сильнейшая, какая мощнейшая, какая пышнейшая. И смотрите, от ничего уже от этого аспергила почти не осталось. Она его погубила полностью. Смотрите, какая симпатичная. И это у нас тоже наш рабочий. Вот, видите, написано «сильный антагонист» даже. Вот он подтверждает свои свойства. Вот все эти триходермы очень разные. Разные по своим свойствам, по стимуляции растений, по разложению растительных остатков, всего-всего-всего. Ну, как же разобраться в мире триходерм? Могу лишь сказать, что вот такие вот источники являются очень надежными для получения самой лучшей, самой сильной, самой мощной и самой активной триходермы. Вот самый-самый разный. Вот все самое лучшее собирается и попадает вот сюда. Попадает. Поэтому, если вы хотите по-настоящему заселиться настоящей триходермой, то вы знаете, где ее найти. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.